Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Версия игры 03.03.16 сможете скачать у меня в группе, в разделе ссылочки. Будет игра, играет через Steam. Значит, плюс старая версия, плюс для работы с текстурами, скажем так, 3D Max будет там, короче, все будет. Опять же, будет менеджер для установки модов, карт на русском языке, на английском, полигоны различные. В разделе товаров можете посмотреть полигоны, нажимайте, там ссылочка будет. Ну и давайте начнем обзорчик. И сегодня, как всегда, у нас новинка будет, значит, от доктора Дизеля. Тоже Сергей сейчас делает, скажем так, ВАЗ-2107. Пока он еще делает ее, но скоро должна выйти. Опять же, как скоро, знает только доктор Дизель. Моделька ВАЗ-2107. Давайте прокатимся, наверное, на побережье, как я обычно люблю катать. Значит, поставим тут русский язык. Сейчас настройки опять, чтобы мне потом не путать, сделаю чуть малёх потише. Это для скринов убирает все вот эти надписи всякие разные. Значит, и давайте поставим, не понял, карта, а вот побережье, ёшкин кот. Поставим два автомобиля. Будет пока доктор Дизель вот зелененькую, серенькую, да, делает. Я просто замутил себе красненькую. Вот. Машинку. Ух, больно, что-то мне красненькое как-то приглянулось. Значит, вот. Я сделал красненькую. А доктор Дизель вот серая такая. Машинка более на серебристую, там что-то смахивает. Так, плюс будут свои пока колеса. Будут, естественно, ребята, свои аддоны на автомобиле. То есть, вот, литье. Таких вариантов, значит. Вот такое литье, ребята. Вот такое литье. Ну, естественно, я уже и колеса припилил. Пока тут смотрел, решил все-таки сделать, еще прилепить колеса. Стандартные, дефолтные такие колесики. Думаю, всем видно. В принципе, смотрится тоже неплохо. О. Ну и давайте, тут тоже, в принципе, все эти колеса тоже присутствуют. Я поеду на стандарте. Давайте заведемся, поставил тут жигулевский звук. Вот. Все, сигнал у нас есть. И погнали. Погоняем. Автомобиль задний привод, ребята, как положено. Все тут у нас мчится, семерочка. Вид сверху. Камера, значит, у нас. Вот в таком макаре. Доктор Дизель, еще раз повторюсь, и не лень не будет повторить это. Доктор Дизель молодец, радует нас, как всегда, свеженькими модами для нашей всеми любимой игры Спинтайрос. Семерочки, в свое время у меня была такая семерочка, правда, не красная. Скажем так, другого цвета. Ух ты, на палке как нас подкинуло. Так, нам как-то надо тут проехать, потому что там через реку мы, через эти лужи, озера мы не переедем. Поедем окольными путями. О, палку с собой притащил откуда-то. Вот такая у нас семерочка. Шальная. Ух! А, кстати, у нас ремонта-то нет никакого, ребята. Поэтому надо аккуратнее, не раздолбать ее тут где-нибудь. Так. Ой-ой-ой.
Все говорят, нафиг такие машины не нужны. Плачут, вот я недавно сделал пак Волга, 24-ка там с прицепами совсем, да? Не нужны. Не нужны ни качать, и что вы там, вот я не знаю, сидят, плачут, что-то рыдают. Кому не нужны, не качайте. Вот мне так вот даже голая семерка в радость тут. А вам не надо так, не качайте. Что вы сидите и ноете там, я не знаю, как эти. Не нравится, не качайте. Нравится, качайте. А то вы, блин, и качайте, и ноете там, как эти. Зачем оно надо, да почему? Не надо, не качайте. И не гундите там, сидите там. Эх, почти выехал за ног. Ёшкин кот, камень этот мешает мне вообще. Ай-яй-яй. Ну ладно. Попробуем по течению заехать. Ага, сейчас снесет меня. И никуда я, наверное, не доеду. Давай, семерочка, давай. Советский автопром. Оп. Оп. Все отличненько. Адекватный мод вообще, мне пофиг, пусть она даже голая будет, чисто тупо сток на одних колесах, лично мне в радость погонять, покататься. Ноет, наверное, вот кто ничего не умеет, тот, наверное, больше всех и ноет, и у кого, наверное, мозгов даже не хватает этот мод поставить, вот они начинают плакать, вай, какой, да нафига, да потому что, все, застрял где-то там, где-то застрял. Кажется, застрял. Забуксовал я в траве, парни. Еще раз повторюсь. Мне так вот ощущается совершенно пофиг. Нравится вам там, не нравится. Мне лично нравится вот то, что я делаю, то, что вот доктор Дизель делает. То, что делают другие моды делают. Те моды, которые мне нравятся, я их качаю. Которые мне не нравятся, я их не качаю. Поэтому, чего вы там сидите, ноете, я не знаю. Нравится, не нравится. Там барабаны не там. Что-то еще не тут. Сядьте, делайте лучше, мы скачаем, посмотрим, что вы умеете, что вы можете. О, офигенная семерочка фигарит по асфальту. Сейчас бы еще гаишники за мной бы гнались на Волге. И все, Москва-Воронеж, хрен догонишь. Все отлично, прет тачка. Офигенно, чувак баранку крутит. Туда корешей его можно посадить, шашки прилепить. Все, что хочешь, можно делать. Плачут больше всех, у кого ничего не получается, те и рыдают, сидят там. То мы не можем, это нам не нравится, это не так, это не тут. Руки есть, ноги есть, садитесь, блин, доделайте, чего вы сидите там, как бабки старые там, конючите. Офигенные моды, вообще. Я вот качаю те, которые мне нравятся. Которые мне нравятся, я даже их не качаю. Оп, грязину поперли, давай, блин. Эть. Нафиг надо. Вот мне лично по приколу на такой тачке. Причем сама моделька, ребята, офигенная. Есть мой маленький недочет, ведь там багует что-то. Да и мне так вот насрать. Багует, а не багует. Офигенно адекватная тачка. Russian автопром. К тому же у меня была такая. Ух, дрифтуем тут по грязи с заносами. Давай, семерочка, ты можешь, я знаю. Давай. Сколько десятилетий тебя выпускали, блин. Нормально, адекватно, прям по грязи почти. Давай, уже почти выехали, ё-моё. О, выехали. И вот еще прицепчиков, ребята, багажник, как на Волгах там я делал, холодильник этот прилепить там этих пассажиров, шашки, вот вам и все, адекватный мод, немножко доработать его. Доктор Дизель добавит аддончиков каких-нибудь модных, и будет просто супер-пупер семерка. Вообще, все отличненько, просто я прям радуюсь, катаюсь и балдею. Точно так же, как вот я писал обзор на Патриот, я так писал, что и не увидел, что и конец карты, уехал не в то место. Поэтому
Я не знаю. Мне нравятся такие моды. Не все тут дрова возить все-таки, да? Можно пассажиров возить, сделать и все спокойно гонять. Причем карту можно скачать любую. Сейчас делают ребята даже вот для грузовых автомобилей, таких как и Евротраки, да? Всякие фуры. Кстати, у меня где-то тоже они валяются, надо тоже их доделать. Вот. Сделать пак, карты присутствуют. Даже, по-моему, называются там карты как-то там, про Евротрак, по-моему, название. Различные проекты, там вот осень, там асфальтовые дороги, там какой-то проект еще есть с автобусами тоже, там на автобусах вот Алексей забрал у меня Волги на этот самый, на проект. Просил Волгу сделать такси, а в итоге сразу написал, что говорит, забираю все Волги на проект. Ну, будем надеяться, что они там пригодятся. Буду даже рад, что все-таки какие-то мои доработочки, конверты кому-то нужны. Вот. Давай, давай, семерка. Копай. Копай грязь. Эх. Эх, сложно, конечно, но... Не знаю, вот, ребята, вот когда Волги мы катались, значит, мы катались вообще там втроем. Мы часа два, наверное, угорали вот по скайпу в мультиплеере на Волгах. Просто мы ничего не возили, ничего не открывали. Мы просто гоняли Пашу с Коляном на этих машин, на этих двух машинах. Поэтому будь это семерка, например, там же еще, например, Паша бы удирал бы на семерке, если бы мы бы на Волгах там его догоняли. И было бы вообще, ребята, просто шикарно. Поэтому, что, если у кого-то не хватает мозгов, там, интернета, друзей, с кем погонять, это уже одна проблема. Ну, а когда все это есть, есть друзья, есть время, да, можно там где-то поглумиться. Ребята вот некоторые обзоры пишут, там, догоняют друг друга, и просмотров, причем, знаете, намного больше, чем даже у меня там. По несколько десятков тысяч у ребят просмотров идут. Вот видите, нормально все, адекватно. Грязь есть, есть. Семерка есть, есть. Объехать можно все. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Объедет на семерочке. Хоп-хоп. Чигирями тут. Кстати, вот таким макаром даже я за грибами ездил. Да и многие, наверное, до сих пор так ездят. По лесу. Промеж кустов, особенно там где-нибудь в Беларуси, вот там дороги не позволяют такие, наверное, в средней полосе, где такие сосновые бары всякие. Оп, оп. Ну, вот в Архангельской области я тоже там, ребята, гонял, скажем так, и до сих пор гоняю вот за грибами тоже. Промеж деревьев там шкваришь. О, многие ребята на пляже вот гоняют, потом прыгают с этих машин. Поэтому все тут адекватно. Офигенная семерка. Еще раз повторюсь. Доктор Дизель Серега молодец. Просто 5 с плюсом из 5, наверное, за такую тачку. Но единственное, что, Серега, извини, я перекрасил ее и добавил вот эти колеса. Но я думаю, Сереге пригодятся. Я предложу ему. Эти колесики тоже сконвертированы, не помню с какой, по-моему, шестерки или стройки. Вот. Человек, ребята, исходными файлами не заливает в воркшопы, то есть вы можете с этими машинами там делать, ну, кто умеет, кто хочет. То, что нравится, там можете переделать все, что угодно. По крайней мере, это не то, что воркшоповские эти файлы говняшные, которые нахрен никому не обосрались, вот если честно. Уж извините за грубость. Ну, это сугубо мое мнение, этот воркшоп, я вот вообще только использую редактор, да, для того, чтобы сделать билборд, например, на лицухе у кого, значит, стоит. Многие, да, там, что-то там делают этим редактором, давай поплыли, поплыли, подводная лодка. Все отлично, переплыли, переплыли, теперь бы выехать. Давай, 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 давай. Давай, его небо видно, смотрите, ребята.
видно небо, отражение неба. Всем видно, да? На текстуре машинки, да? Эть. Почти зеркало. Вот что бы. Эть, кажется, я застрял. Как там мини-пуки. Давай, давай, родной. Эть, не хочет. А зря. Сейчас будем штурмовать. Второй, повышенный. Давай, 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 давай. А что, так оно и есть. Вот что, не прикольно. Прикольно говно тут поместить. Надо бы как-то выехать отсюда, конечно. По бережку, может быть, ломануть. Сейчас, если в камни заедут, то все, конец там будет, походу. Опять застрял. Что-то я тут уже говна тут намесил. Давай, родная, давай, семерочка. Я знаю, ты можешь. Эх, только не в камни, только не туда, не в самые камни. Оп-оп-оп, давай, 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 давай. Все best of the best, ребята. Кажется, проскочили. Ух. Офигенная семерка. Просто у меня нет слов. Семерка, Серега, на 5 с плюсом. Вау. Обалденный драндулет. Пип-пип. Все как положено. Как говорится, гудок у нас есть. Заморали, блин, для скриншота это надо тебя чистую бы на солнышке где-нибудь. Что делать, как быть? Вау! Давай, давай, семерочка. Буксуй, зараза, смотрите, прям вообще в реале грязище кидает. Так, не забудь мне, что тут поворот тоже. Это будет как с патриотом. Уеду не туда. Заиграюсь, скажем так. Увлекают вот такие вот хорошие вот модельки. Реально вот вообще просто в радость. В радость свежачка хлебануть такого в Пентайросе. Отлично, прём. Ребята, прошел карту, сами видите, прошел. Вот реально проехал. Не прошел карту. О, вывесил мост. Давай, 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 давай. Не прошел карту, а ну карту, в принципе, я. О, урон поймали. Но это ничего, пока аддонов нету. Бог с ним, что она пока такая разбитая. Будут аддоны, ребята. Будет все best of the best. Все можно будет починить. Вообще. Я не знаю, мне вот в радость на такой машинке поездить, даже вот, ну, вроде карта с грязью, да, с реками, озерами. Опа. Все, приехали. Так, скрин надо. Так. Как бы нам сделать скрин? Надел мы скрин сейчас вот таким макаром. Мы сейчас их тут поставим. Две. Вот как. Нет, давайте сделаем, наверное, блин, с мышкой проблемы. Как ее тут поймать-то? О, ёлки-палки, чуть бы назад бы тебя оттянуть. Ух ты, блин, вот что-то где-то рядом, да? Так, 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 так. Назад, 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 назад. Давай назад. Теперь немного назад. Вот камера, собака бешеная. О, ребята, аккумулятор вижу. Так что все отлично. Даже аккумулятор есть на машине. Делаем скрин. Давайте надо перепрыгнуть на эту, например.
О, тут даже может быть получится открыть еще лучше, чем на той, да? Свет. О. Так что вот такой мод. Надеемся, что скоро доктор Дизель сделает. Как он сказал, что эта машинка будет доработана и будет выложена в общак. Так что будем, ребята, нетерпением ждать. Опять очередной обалденный мод от доктора Дизеля. Адекватный, хороший мод. Мне вообще очень нравится. На 150%. Так что вот такой аппарат, скажем так. Чпок. Значит, все, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь, ребята, в группу, где доктор Дизель является мододелом. Это группа, если мне не изменяет память, SpinTires26 Mods. Вот. И мониторьте, ребята. Машина уже ездит. Единственное, что только нет аддонов. А так, в принципе, адекватная семерочка. Немножко подождать. И я надеюсь, что данный мод будет уже в ближайшее время, как только доктор Дизель допилит, в общем доступе. Так что вот, ребята, такой обалденный мод будем тоже скоро ждать. И хочу вас огорчить по поводу обновлений в SpinTires. Ребята присылали тут переписку с Пашей Загребельным. Он пишет, что никакого обновления в данный момент не ждите, потому что сначала он будет делать все это на консоль. И когда он это сделает на консоль, может быть, когда-то он сделает, ребята, обновление для ПК, для компьютеров SpinTires, да? То есть, ребята, тракторов, шлагбаумов и чего-то нового ждать нам еще очень-очень долго. Поэтому будем кататься на модах, которые делают ребята, без всяких тракторов. Хотя трактора уже там есть, кстати, можете тоже зайти в группе в разделе товаров с ценой 0,01 копейка. Заходите, цена не имеет значения, там ничего платить не надо. Заходите, ссылочки все в разделе товаров у меня в группе, все бесплатно. Заходите, ссылка на скачивание есть. Вот, так что такой вот обзор. С вами был, ребята, Драйвер51Рус. Всем удачки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Доктор Дизель, пятерка с плюсом, замот просто шикарный, шикарная семерочка. Всем пока, удачки.